Ну что, пацаны, всем здорово, всем привет. Продолжаем золотышку намывать. Короче, я тут кое-что сделал, смотри, какое у меня получается. Такую площадочку мы уже сделали с вами. Ну, я сделал за кадром, конечно. Я бы, конечно, в идеале как-то поровнее сделал, чтобы на машине можно было заехать, но... Блинчик такой получился у нас со мной. А если мне сейчас так вот, да? Оп. Короче, сюда загоним самоэкскаватор наш. Все подрежем борта, чтобы было красиво. Если получится, кстати, насколько. Вот так вот я долго и упорно весь вчерашний день катался, ну вечер точнее, катался, блин. Вот смотри, как красиво получилось. Сейчас здесь нам надо спуск сделать, все-таки аккуратный. Я думаю, что если заехать туда. Ветер-то съедет. Вот машина. Ну, в принципе, сейчас мы это... Ну-ка, подожди, там мы сейчас что-то одно. И вот сюда, бах. Так, поднимемся. Поднимем нож. Сейчас так прицелимся, я так думаю, так сейчас мы так рядом. Все вообще отлично. Сейчас давайте-ка вот эти все хоботы уберем, они нам здесь. Не понял. Так, давайте-ка его искать тогда. Идем проход. В смысле? Как я его сломал? Ну ладно. Сломал, так сломал. Ничего страшного, у нас их много. Сейчас мы вот это, короче, уберем. Наверное, валик туда. Стукнем его. Если получится, конечно, то у нас получается. За это сделал. Хотелось на храпов все увезти. А, с чем с экскаватором есть, в принципе, можно его вырвать. А давайте сейчас с экскаватором покопаемся, да, что делать там. Mm-mm.
Конечно, надо аккуратненько все брать, потому что мы можем сломать зуб. Нам этот песок, в принципе. Сюда мы сейчас ссыпем. Все равно пропадет. Как бы чуть-чуть сейчас убрать там это дело. Сейчас, короче, наша, ребята, цель кое-что купить. Это я уже, так сказать, оформил, но... То есть мы сейчас будем продавать золото не слитками, как раньше, а этими, прям так. То есть не будем плавить, а будем продавать золото. Почему, объясню чуть позже, ребята. Пока давайте как-то все выровняем, блин. Сделаю, конечно, накосячу жестко, блин. Сейчас будет брать большое. И мелочи все можно будет этим. Так-то скрипт работает. Да. Сейчас маленький ролик отсниму, где-нибудь 20-10, может быть, и, блин, сохранюсь и клаву почищу, блин. А то у меня она чуть-чуть что-то похолодела, это... Вы меня сейчас будете ругать, зачем ты это все впустую куда-то всыпешь, блин? А зачем нам это золото, если мы сейчас нам жилу мозгли, блин? С этого... Сюда. Сейчас это все уберем. Мне главное сейчас не испортить эту дорогу, которую мы с вами выровняли бульдозером. Я бы расширить, конечно, бы, ну ладно. Так что это мы сейчас пока будем продавать наше золото. Партия прям намыли там 20%. 20 унций и погнали его продавать. Набрали опять там столько-то унций и опять его продаем. То есть это мы на переплавку день больше тратим. То есть когда качнем нашу эту, то есть у нас она будет, когда потери уменьшим. Когда потери мы уменьшим, ребята, на золото, тогда может быть будем плавить. Цена, ладно, фиг с ним. Полный. Надо было сюда просеивать и привезти. Тоже чуть-чуть золота было бы. Ну ладно. Ну-ка, сейчас мы это подхватим. Давай сразу же экскаватор туда затащим. Видите, даже на экскаватор сейчас тяжеловато заехать. Вот, смотрите, ребята. Сейчас вот это все, вот это вот вся местность, мы будем с вами копать потихонечку. Сейчас надо где-то найти место, куда поставить просеиватель. Но мы его надо здесь поставим. Здесь экскаватор поставим. Вот здесь надо даже. Чуть-чуть левее. Чуть правее. Вот сюда, короче, зажмемся. Так. Так, давайте переключимся на стрелу. И вышли. Просто, ребята, я тут сначала играл. За кадром взял, короче, кредит. Очень большой. Потом начал сохранение это играть. Потом думаю, блин, мне же его хрен выплатить.
думаю, такой, зачем я убрал, когда я могу просто тупо золото продавать само. То есть оставлять там на балансе 30 унций золота. А у меня сейчас тут еще 3 унции. По-моему. Ну, короче, 33 унций, там, 3 тысячи унций там. Ну, короче, 1000 унций оставлять у меня еще здесь мало. Блин, надо сейчас намывать, короче. Я думаю, что мы быстро это все намоем. Вот. Сюда, короче, сейчас этот просеиватель поставим наш. Который надо привезти. Еще будет, кстати. Да, вот так вот, ребята. Так, сейчас давайте заведемся и сниз на храпа. Пошагово это будем ехать и убирать. Пошагово, то есть так вот раз. Потихонечку так. Раз, и все. А, он не уберется, да? Ну ладно. Хотя бы они будут просто пусть ровными кучками будут. Блин, они пусть ровно здесь кучку здесь. О, смотри, получается, что убирать-то. Его, конечно, прыгает он дико с этой. Нам хотя бы вот это убрать бы, блин. Не, давайте-ка это наоборот лучше. А, блин, так мы еще хуже сделаем тоже. Причащи нам. Если мы не спускаем, то мы задержаем, блин. Замечательно. Тут на ровку. Навык. Сейчас мы сюда сколько-то столкнем немножко. Чуть-чуть буквально заденем. Ну ладно, такой постамент сделали, зачем только спрашивать. Надеюсь, здесь проедет наш пикапчик. В принципе, это мы проехали на бульдозере, так что нам пока бульдозер там и не нужен. Пока. Мы его пока вот сюда запаркуем. Так, садимся в пикап. Немного машина забаговалась-то. О, нет. О! Ребята, смотрите-ка. А нет, показался, думаю, он боговался уже. Угу. Так, это мы пока здесь оставим, надо будет потом свести, заправить. Так. Угу. Пока давайте как-то все выбросим из машины. То есть это здесь лежит, это у нас, так сказать, намеки задатки на следующие промывки. Раз пригодятся. Не знаю, это брать кредит, не брать кредит. Пишите в комментах. Так, все, давай, да, все. Может, так-то, блин, можно и без кредита все сделать. Да, нам надо в пикап, колесо от пикапа положить, так танет прицеп. А от пикапа у нас вон лежит колесо. Так. Угу. Ух ты, у нас уже немножко, по-моему, наручники не поставили.
точно. У нас тут чуть-чуть, смотрите, как 50% ведра есть, так что это ведро мы сюда пока. Сюда. Сейчас переезжаем, первую новку сделаю уже на записи, а последующие уже буду, ребята, то есть первое ведро сейчас сделаем с вами, посмотрим даже сколько с первого ведра у нас будет унций. А сейчас тихо, нет. Ух, да, опасно было. При блокировке Ерфин Ренициала нельзя так крутить рулем по реальности-то. Это я знаю просто уже. Это куда по логике ее вперед не должно тащить, а? Так что ты? Вы все отключили. Сейчас нам надо заехать задом, по-моему, аккуратно заехать задом. Так что, ребята, блин, я какие-то не буду набрать. Так. Или, в принципе, здесь можно развернуться, я так думаю, на площадке. И заехать задом под прицеп. Пам-пара-па-пам. Да, сейчас попробуем здесь развернуться как-то. Сюда немножко. Сюда. Нам не надо, не развернемся, если она будет сейчас. Хотя, может, развернемся, кто знает. Если прицеп бы еще развернулся бы вот так, заломился бы в другую сторону. Ну, сейчас заломится как раз в нужную. О, вообще, изи просто едет. Молодец, прицепчик какой. Так, хорошо, немножко левее. Да, я слишком тихо. Оп. Пока стой, сейчас уж. Поднимем. Ну и будем с вами мыть золотишко. Так. Думаю, хорош. Теперь давайте все это дело. Опс, фильтр.
Не знаю, зачем он нам нужен, но пусть будет так. Так. Ну что, подъедем на экскаватор-то, не критично здесь. Ну только топливо придется к нему подносить канистрами. Так. Пустое. Нет. А, вот там, по-моему, около фильтра, да? Да, вот оно есть. Раз, чуть-чуть там есть. Так. Ведро сюда. Нет, подожди. А, ну вот еще у нас тут все. Можно будет сейчас тогда его. Так, пикап пока хотим, давайте. Ну, в принципе, можно и бочку также потом подкатить задом, да и все. Только надо будет заправить предварительно. Так, вырезаем из машины. Благо, шлангов много куплено. Что-то у нас шланг порвался почему-то. Видимо, его землей присыпало. А я тянуть начал. Так, я думаю, он... Немножко поближе возьму. Вот здесь надо бросим. О! О, 97, нормально. У нас же эти переходники всякие есть, так что можно... Где они? Подожди. Нет, электрические, а где эти? Подожди, а где обычные? В пикапе, что ли, лежит? А, ну да, вот он. Так, хорошо. А, мы туда тащили, точно. Вот в два шланга уделаем сейчас. Можно вообще в три шланга сделать было бы. Мы в два хотя бы сделаем. Сейчас подготавливаемся, больше чем будем намывать золото. Так, этот сюда. Угу. 57, нормально. Ну и этот у нас там будет чуть-чуть больше, наверное. Давайте немножко перенесем сюда его. Нет. Нам надо его уравнять хотя бы. Ну, хотя бы 95 сделать. Угу. Вот 60 на 95. Даже можно вот сюда, я думаю, ее поставить. Там пусть будет. Ну как раз здесь будет. Девяносто три. Угу. А здесь 64. Ну вот, более-менее у нас как раз не натянуто. Нету какого передоза, так сказать. Подождите, а где у нас высоковольтники? Когда мы возьмем высоковольтник, также примерно вот здесь поставим высоковольтник. Примерно посерединке, да? Это шланг, тут еще лежит бен шлангов-то. А, вот какой-то высоковольтник. А вот он, она и есть. Да, сейчас мы его сюда протянем. Иди сюда. Давайте поближе. Чтобы не слишком сильно это у нас было. Еще можно было бы от генератора, если от генератора, кстати.
нужно вообще максимально не натягивать провода, не натягивать шланги. Если на далеких расстояниях ряда копаетесь, лучше берите больше переносок. У нас электричество, все, электричество подключено. Ну что, ребята, запускаем генератор наш, все красивый. Бочку потом свежим заправим. Сейчас первые две хотя бы. Так, вот одно ведро. У нас в пикапе все ведра просто остались. Мы его отогнали. Давайте-ка его обратно прогоним. Где здесь камушек преткновения у нас будет заезд все-таки? Ну ладно, как получилось, ребята? Я постарался. Топлива мало, ладно, ничего страшного. Мы сейчас на нем особо пока ездить не будем. Типа у нас он канистр потом заправим, да и все, или он бочку, к бочке подъедем, где она, кстати. Ну, короче, не важно. Ну-с, с Богом. Маспуса, да, мама, ковшета. Добрый. Так, ковш он знает. Да, пуст. Нет, наверное, надо сейчас вот это все убрать аккуратненько. Будем приравнивать все это дело. Если мы сейчас мы сделаем аккуратный заезд бульдозеру, да? То есть это мой свет, копайте потихонечку. То есть слой копнули в одном месте. Еще в этом же примерно рядышком полосочку сделали, небольшую такую же по ширине, по глубине. Опять копнули. Потому что вот как я сделал, ребята, это очень глупо. Вот помните, да, мне в какой-то серии-то это было просто идеально ровная поверхность. Вот, мы ее закосячили в прошлой серии, эту ровную поверхность, ребята. И у меня получилось так, что мне никак не удалось копнуть хорошо. Так что, ребята, лайки, поддержка канала. Сейчас мы вот эти буераки более-менее уберем. Как-то аккуратненько на бульдозер сюда заедем. Чтобы нам еще подровнять немножко. Попробуем. Да. Как-то сбить этот свет. И попробовать экскаватором покопать. Сейчас все, что мы намоем, ребята, продаем. Пока не будем плавить. Объясню почему, ребята. Ну, еще раз я вроде говорил. Ну, еще раз напомню, почему мы не будем сейчас золото пока переплавлять. Это деньги, это потеря золота. Я считаю, в данный момент нам лучше продать его. Потом кое-что закажу. И сейчас намою нормально золото, ребята. Здесь вот я так думаю, будет очень много золота. Просто топ. Ну, посмотрим, ребята. Вот это у нас, так сказать, первая промывка. Буквально шипнуть. 11% осталось, ладно, хорошо. Первый бочонок. Давайте сейчас три бочонка намоем. Вот этот, ой, нет, это
Да я знаю, что он нужен быть на ровной поверхности. И вот это все. Ну можно, в принципе, сейчас все при. Давайте, короче, сделаем так. А сейчас первое ведро мы с вами на моем месте, а последующие ведра будут здесь. А, аккуратно. Выкапывать все это дело. Слишком долго, и вы все знаете, как мы там копаем. Вот, да. Так что, ребята, увидимся, наверное, когда у меня будет все выкопано. Ну, все ведра, которые в кузове лежат, будут с земли. Это, как видите, не очень-то быстрый и легкий процесс. Там стоим. Нам надо вот эту шоу убить, все-таки, так думаю, сперва. Вот, на вот эту кучу убрать точно. Потому что это бульдозером намыть, по-моему. Хомяк этот маленький. Что-то все надо сейчас нам заравнивать. Так что это увидимся уже скоро. Так что давайте. Ну че, ребята, бушим покажу технику. По крайней мере, эту часть техники. В смысле? Понятно, я забыл вытащить шланг. Сейчас давайте сдернем, переключим генератор, чтобы он там. Хотя он пусть там тоже работает. Будем еще кое-что. А можно, кстати, еще свет даже включить. Сейчас оно перепроектируем электричество, чтобы нам больше света было. Сейчас нам сюда лампочку несу. Это нам там совсем темно-темно работать. Но и того мы уже. Давайте посмотрим, что тут нам. Вот так вот у меня есть получается такая вот каша-малаша. Сейчас будем что-то более-менее приравнивать к нашей площадке, где мы копаем. Более-менее так приравняем. Давайте этот цвет мы сюда поставим. Пусть он, конечно, сейчас отключится, но ничего. Блин, я уж продолжу. Ладно, мы это сейчас переноски сюда принесу потом. Пока так, чтобы нам видно было вот так. У нас красиво все с вами. Блин, надо будет как-то бульдозером, блин, уже не заедем, наверное. Если только сверху. Ну посмотрим, ребята, короче, дела. А, я же забыл. Ну вот, конечно, еще заправить. Ну ладно, поехали. Вот сюда. Тут у нас очень много ведер, конечно, но мы. Я для эксперимента, ребят, нам только 5. Так, сейчас посмотрим, что у нас с 5 ведер будет. Поехали, первое. Сюда запускаем шурманку. Короче, вот это ведро вообще трогать не будем. Пусть там намывается маленький потихонечку. В смысле? 100%? Почему здесь 98? Ладно.
3.40 едет этого, блин. Что-то странное ядро какое-то попалось. Знаю, прикол. 25 же было, правильно? Так же было, по-моему. Ну ладно, если не 25, что-то не обратил внимания. Сейчас будет 59, наверное, что сейчас будет еще много, наверное, будет. Так должно было быть. 63 унции магнетита. Такой. Студент. 90, блин. Так, ладно. Блин, чуть-чуть не хватило нам. Буквально одного милипупсика. Ну ладно. 25. Стоп, отсюда. ВРБМ. Сюда кладем и последнее ведерушко насыпаем. Там же у нас больше нету вроде бы. Давайте посмотрим. А, нет, еще есть одно. Вроде бы, да? Ну да, одно осталось. Вот это последнее. Это было предпоследним. Магнитит-то потихонечку у нас все. Короче, по 5 ведер буду намывать, чтобы у нас вот по 3 ведра получалось. Наверное, да? Точнее, не наверное, точно. С 5 ведер. С 5... С 4 полных ведер. Точнее, даже с 5, с половиной. Ну, там чуть-чуть совсем было, у нас вообще. Тут я не сломал, почти 8 минут. Хорошо. Ну вот, 3 ведра. Получается, сходки будут у нас с вами, да? Эти ведра я, короче, здесь оставлю. Пусть будет 5. Ай, ну что здесь у нас? Ну, чуть-чуть он уже есть. Ладно, пусть нам умывается дальше. Но мы с вами идем дальше. Четыре функции. Пять сразу же. Пять. Шесть. Шесть. Семь функций. Давай сейчас, короче, одно ведро помоем. Ладно, вот здесь. Там у нас 5 ведер, да? 3, а, 3 ведра, а, 2 ведра положили. Это, ребята, одна промывка. То есть 5 ведер. 3 сюда уж. Сейчас по 5 ведер буду на мой сейчас. Ну, тогда ставьте лайки. Продолжение следует. Три функции не с нами будет, нет? Как вы думаете, пишите в комментариях.
тебе вот, вот как раз того ёршика, где он слушал с вами 99, нам и не хватило. Скорее всего. Угу. Ну ладно, что у нас тут 7 магнетита. Ладно. Да, надо бы, кстати, подожди, я на вас... Ну, стой. Ладно, пока бочки высыпем, эти наши бедра, точнее, туда загрузим. Сейчас, короче, расставлю их. Ладно, ребята, вернусь, ну, включу запись, когда будет уже утро, наверное. Ну, чтоб светло было. То сейчас я всю ночь буду мыть. Я сейчас принесу, наверное, провода. Лампа. Вот сюда я их выставлю, чтобы мне здесь светло было. Вообще на изи, просто чтобы светлее было. И буду как бы копать дальше. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребята. Давайте пока выключим, а может быть, она уже супрется куда-нибудь, пока я бегаю. Сезон еще надо было уехать. Блин, это я такого не переставил. Надо будет переставить все-таки. А то он тут как-то некультурненько стоит. Ладно, давайте сюда. Сгушимся пока, пусть не отдохнет моторчик. Заправочный пистолет. Пик. Пусть заливается все. Ну чё, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, короче, я... когда у меня будет все нормально, тогда сейчас ночь держимся, что с вами. Я не буду на палочку, чтобы посмотрели, сколько у вас там. И 7 унций. Он у нас забирает 7 унций. У нас 20 унций, почти 30. У нас еще 20 на унции. Это вообще хорошо, ребята. Я сейчас думаю, принесу лампы на мой ведра, когда у меня будет сейчас как бы закадровая первая промывка. Закадровая вторая, закадровая третья, надо. Три промывки я сделал за кадром. Четвертую намою. С вами мы прошуршим золотишко. И, ребята, поедем его продавать. Я так думаю, тут будет очень много золота. Так что, ребята, не переключайтесь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ладно, ребята, будем, наверное, заканчивать ролик. Короче, сейчас вот... Копал, ни хрена у меня ничего не получилось, ребята. Так что я так поснул экскаватор. И смотрите, как я красивенько здесь поставил наш топливный бак. Пусть здесь и стоит. Не знаю, должен здесь не стоять. Пишите в комментариях, ребят. Где он должен стоять, на самом деле. Надо развернуть, чтобы передом ехать, а не задом приехать. Да? Ну, короче, я сейчас покажу чуть-чуть одно ведро намыл, ребята. Сейчас мы его промоем. Посмотрим, сколько у нас с одного ведра на промывке будет золото.
Блин, я как еще сюда проезжать буду, у меня там вибросит это стоит. Или наверх заехать. Не, ладно, давайте туда заезжаем. Нет, давайте пока не заезжаем, наверное, лучше пока. Даже это сито, наверное, вытащу туда. Блин, сход мне, конечно, немножко не нравится. Надо бы его убрать сюда. Сюда проставлено оборудование, чтобы немножко проехать сейчас. А, ну, в принципе, нормально проедем. Вот такая лампа. Сейчас будем играть в пятнашки. Ну, не в пятнашки, а в шашечки. Есть, минус одна. Не сдал. Знаете, как в автошколе там конусла ставят. Так, давайте-ка фары включу, чтобы видно было, куда я. Вот, а у нас эта лампа будет. Да, вот эти бы, блин, эти бузраки бы. Короче, я думаю, ночью мы выгоняем обратно, короче. По лампе. Жалко, что вот так вот техника проедет. Что-то бы ломалось. На ходе-то она будет ломаться. Так, ладно, мы тогда это все приберу немножко, чтобы у нас все было. Задом там бедолаги тяжело заезжать, конечно, но ничего, потерпи. Плюс у меня там в текстурах этой самой породы застрял. Все, пошлем пока. Так, бочку мы сейчас тут заправим. На эти конуса шланги убрать, там надо ведра, канистры и ничего, вот этот участочек надо выпрямить нам. Вот это место сейчас да, раскатаем, распрямим, чтобы экскаватором подъехать поближе, чтобы можно было вот это раскапывать потихонечку. А бульдозером потом вот так вот делать, ребят, наверное, будем с вами смотреть. Если что, лайфгайд, так скажем, мини-гайдик, ребята. Потом просто берем так вот так с бульдозером, поднимаем нож. Если он сейчас, если сейчас грунт пойдет, конечно, ребята, тут, блин, не знаю почему так, но грунт не хочет идти, видите. Найс. Он едет, смотрите. Оп, все, встал. О, блин, все. Ну вот так вот, короче, ребята, тых. Блин, ну все. Ладно, хоть не все уничтожить, как тогда, помните, ребята? Сейчас надо поехать в город. Я так думаю, армированный купить, что ли, или что? Так, ну здесь нам нужен лом. Да, ну так возьми что-то у меня, дурак. Да, лом. Пиум. А здесь шуруп отверт. Сейчас надо остальные посмотреть. Надо у экскаватора тогда посмотреть тоже. Все ли в порядке. Можно куда-то едешь? Да. Ладно, я его сейчас починю за кадром. Сейчас при вас все это вскроем. В принципе, это вы можете сами делали, блин.
смысле, я... там в текстуру ушло. Блин, а проверять тогда надо, все армирование покупать, что ли? Ну, армированная, наверное, дорого стоит, ладно, пока армированная не будем покупать. Меня где-то не открутили. Слышали? Нет. А вот. Все вроде теперь. Нет? Да что-то. О. Теперь все должно быть. Да нет. Да что-то где-то я не вижу тебя еще. Ручники-то у нас свои хоть. Да нельзя уже, да, зависит у него. Да, нельзя, жалко. Вот это нельзя, у нас уничтожено. Давайте-ка остальные проверим. Чтобы знать, что у нас по какому проценту. Еще 14, 8. Это значит скоро подзамена. 3. Так, нам по-любому надо, блин, надо побольше. Короче, сейчас их купим на 9 штук. Надо побольше все зацепить, конечно, купить, блин. Так, погнали как к экскаватору. У него там тоже еще мало мотца. Гидролинейка. Ну, гидравлика она еще, блин. А вот то, что мы здесь не покопали сейчас. Я-то думал, как? Я думал, съезжать буду это все с... Плющить этим бульдозером, нафиг, ну, к сожалению, бульдозером это нельзя. Так, давайте-ка сейчас экскаватор проверим. Ну, спереди, по-моему, да? Короче, это или сзади какая-то же. Вот она, да? Так, мы проглядим, ну, блин, нож, конечно, отхватить. Может, одна экскаватора сломалась. Это тоже. У нас техника не стала. Не, прикольно. Сначала это сломалось, потом гусеница. Нормально. Тут уже затратные дела. Так что, ребята, дайте подписки. Вот, это вчерашняя серия. Вчерашняя серия немножко другая, интересная даже. Блин, горжусь, конечно, что у нас сейчас случилось. Ну, сейчас ждем. Ну, здесь посмотрим. Так, 14. А, 5, по-моему, 8 просто точно. 70. 70. 70. 70. Знаете, я бульдозером чё, больше езжу. И причем нагрузку-то даю не слабую на гусенице. Тут-то чё, у меня он стоит в одном месте, да и всё. А бульдозер он же всё-таки ещё мы муксовали. Если вы помните, в некоторых местах. Хотя я был экскаватором, тут тоже сейчас бы пытался вывести, блин. Наверное, гидравлику начать проверить тоже будет. Так что, ребята, все за... О, у меня, кстати, сейчас мегабайтов столько же, сколько и год было только что. Кому нравится, ребята, пишите в комментариях, ребята, если нравится контент. И... Возможно, скоро будет My Summer Car. Ребята, это возможно. Это все будет, если вы хотите. Как я узнаю об этом? Правильно. В ваших комментариях. Так, давайте вот так и вот так сделаем. Стоп, еще чуть-чуть подожмем под себя. Вот так. Это под себя и чуть-чуть ниже. Все, хорошо. Достаем наш щупчик.
и смотрим зубы. А, 70. Отлично. А что такое? 72. 73. 71. Нормально. Зубы в порядке. Гидравлик. Не знаю, еще ниже, значит, спустить. Все, максимально. Нос, конечно, сейчас останется. 42. А сейчас все проверит, ребята. Технику, которую мы пользуемся. На данном этапе. Надо проверять, а то вдруг что-нибудь сломается. Сейчас оно. Она в магазин придется ехать. 93. Тут у нас форсунка, по-моему, так ломается вот это. Так, давайте запустим тогда сейчас машину. Кстати, я еще классно сделал. Кое-что покажу. Так, по-моему, вот это. Это промывочная, вот это, по-моему. Да. Оп, мой. Нам. Свет только развернуло. Это, видимо, чем-то развернул случайно. Сейчас она чуть-чуть поближе. О, вообще идеально. Ну ладно, давай сейчас это промоем. Так, электричество мы дали. Тут осталось водичку только дать. Сейчас посмотрим, как он с этого ведра выйдет золото. Сегодня без бульдозера же это делать нечего, серьезно говоря. Пумпу забыл выпустить. Какой, ребята. Здесь, как видите, немножко все подвинул, кабели все растянул. Поехали. Одно ведро. Ну где-то вообще не то здесь. Походу дело. А, нет, 8. 43 магнитита. Ага. Так по чуть-чуть наливается, что у нас. Так что, ребята, покопать нам не удалось. Я сейчас вечереть будет, я сейчас она копать не буду. Сейчас она съезжу в магазин. Продам все, что у нас тут накопилось. Золотишко, я имею в виду. Да, так, прикиньте, вот эти ведра бы накопать. Просто здесь надо вот сюда заехать бульдозером. Что я хотел сейчас сделать, заехать сюда бульдозером. И вот это все разровнять, поверхность. Бульдозер у нас сломался. Да, о чем здесь бочки, какие теперь заберутся, ну ладно, это пыхать можно, в принципе. Вот эти зубы надо подобрать как-то. Золото. Интересно, сколько бы сейчас это продадим. Я думаю, вот это все продать нафиг. На самом пока хватит этих шлангов. Что купим новый потом. Все-таки тут подожди, не понял. А, надо гидравлику какую-то продать сегодня. Думаю, это частично нам нужно. Кстати, надо будет помпу посмотреть, в каком она состоянии. Я думаю, здесь сейчас, в принципе, надо сейчас запчасти покупать, наверное, будет.
техники, раз она так ломается, у нас любит сильно. 21 уже. Ну, это у нас, ребята, армированные стоит. Блин. Ребят, пишите в комментариях, почему сюда фильтра нету. Тот фильтр только не маленький. Вот и ничего, спросить. А буду, я хотел, кстати, по поводу кредита посмотреть, что тут можно сделать. 72 тысячи, если мы сделаем так. У нас получается так. Если мы сделаем так. Нифига уменьшилось. Ладно, брать не будем. Вообще никакого кредита брать не будем. У нас слитков нету. 20. Что за упражнение? Купить слишком мало денег. Ну да. Вот, если выкупить его. У нас 14 600. $681. Нужно, конечно, работников, но нафиг не нужно. От них нету. Ладно. Буду заремонтировать, что еще делать. Лишнее все продаю, блин. Ну. У нас так лишних вещей тут много. Ну вот на 300 бочинских еще добавили. Так, ну ладно. Стропы лежат сюда, в принципе, привезем весь инструмент, сюда его и скинем. Пусть здесь у нас стропы лежат и всякие запчасти. Что там, на шестерню купить, я помню, да? Чем больше купим, тем лучше будет, значит. Ладно, блин, их много, то тоже не купишь. А, сколько армированные стоят, может. Бульдозер армированный куплю. А еще гусеницу тоже надо будет купить, да. Ну ладно. Ну да, вот я еще провода здесь через удлинитель сделал, чтобы красивенько было. Давайте-ка мы кинем обратно, где у нас. Тут-то ее там не достать будет. Ну, просто вот этот уровень, каким-то макаром вместо. Так, сейчас заеду на этом самом бульдозере. Развернусь, потихонечку буду проталкивать.
Что-то растолкать бы, разровнять и все замечательно будет. Ладно, давайте, всем удачи. Всем пока.